солнечное, прекрасное летнее утро. Вы со мной на канале Юлия Иванова. Кто еще не со мной, понравится, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, я буду только рада. А сегодня речь у нас пойдет, как уже, наверное, поняли, про орхидеи. 2 месяца назад у меня было тревожное видео. Я не могла понять, почему у меня вот эта вот орхидея отсушивала 2 листа. Неделю работала, не обращала внимания, потом смотрю, 2 листика подсыхают. Когда пригляделась, поняла, что она отращивает новый цветонос. То есть она готовилась уже цвести. Наверное, не хватало каких-то ей витаминов немного, поэтому она отсушила. А может быть, уже от старости эти листочки стали подсыхать. Но в итоге, смотрите, за 2 месяца у нас вот такая красота. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И там доращивает еще она, возможно, будут цветочки. На сегодняшний день, спустя 2 месяца, вот так вот бутончики. С дня на день, думаю, уже будут вот эти 2 распускаться. Просто часто люди задают вопросы, сколько же нужно орхидее времени, чтобы она начала цвести. Как развивается, быстро или нет цветонос. Ну вот, получается, 2 месяца назад был буквально вот такой маленький отросточек вот у этой орхидеи. И за 2 месяца ровно вот так развивается. Вот эта орхидея то же самое 2 месяца назад выпустила цветонос. Но вот эта орхидея уже 3-й раз цветет у меня за 2 года после приобретения орхидеи. Это точно так же 2 года после приобретения орхидеи цветет 1-й раз. То есть вот эта орхидея гораздо чаще, она вообще, наверное, в природе даже цветет. Все орхидеи разные. Это называется Salinas. Из неприхотливых прям орхидей. Эта орхидея, не знаю, как называется. У нее даже листья другие. Вот смотрите, если у этих более такие округлые листочки, вот у всех. Вот у той тоже подлиннее. У нее широкий длинный лист. Вот такие листочки. То у этой прям длинные, поуже листья, и они светлее. Гораздо длиннее и уже. То есть, ну, сорт совсем другой какой-то получается у нее. Эти вот так выглядят. Это детка. Тоже буквально сколько? 3 месяца назад она вылезла только из земли. Вот 3 или 4 месяца. Вот такой размер имеет детка спустя 3 месяца. У нее получается 3 полноценных листа. И новый листочек там вон еще показался уже. Это вот орхидейка, которую мы с вами делили. Растет прекрасно. Корни, все хорошо у нее. Но я хочу ее все-таки пересадить в другой горшок. Вот у нее, видите, корни. Сразу видно, корни шикарные. Вон там до самого низу уже все доросло. Изначально я посадила просто в этот горшок. А сейчас, думаю, надо пересадить, потому что он вот такой вот ребристый. Потом, когда она подрастет, я не смогу ее просто вытащить оттуда. Я купила тоже баночки, только с широким горлом. Вот это идет горло почти как стандартная крышка, чуть больше. Я купила крышка, что идет прям большая, просто ровная, вот так, как колба будет. Будем пересаживать. Думаю, следующее видео будет пересадка вот этой вот орхидеи. И, возможно, вот эту тоже пересадим. Потому что корни уже там прям разрослись. Тоже зелень такая шикарная, красивая у нее. Молоденькая орхидейка. Деточка.
Тут вот пока два бутона. Не знаю, будет она еще доращивать или нет. Там маленькая совсем прям. Я ее тоже завернула. Видите, какой цветонос получился? Он некрасиво как-то был совсем в сторону. Я его под листочки туда заправила, вот так вот продела. И здесь закрепила вот скотчем прямо так в банке. Вот такой он будет. Эту я вот формировала. Кто хочет, посмотреть у меня на канале. Орхидея бонсай. Это вот она и есть. Цветонос тоже формовала, и были цветы вот сюда красиво так. Этот цветонос я не стала в этот раз трогать. Он сам хорошо так смотрится. Вот такой вот. А вот эта орхидея тоже надо будет сделать видео, потому что спрашивают иногда, если вот смотрите, грибы внутри. Видите? Полно. И с той стороны мне просто сейчас повернуть никак. Прям грибочки. Спрашивают, опасно или нет, если в орхидее растут грибы. Вот тоже этот вопрос разберем. Сделаю отдельно видео. Бутоны, думаю, прям буквально день-два. И распустится. Сегодня снимала видео, вот начала снимать. Они у меня политые несколько дней назад. Вот листочки ничем не протираю, ничего с ними не делаю. Вот видите состояние какое. Блестящие. Ни пыль не протирала, ничего я с ними не делала. Вот они как есть, так и есть. Вот такие глянцевые. Все орхидеи такие. Тоже задают вопрос иногда, что делать с орхидеей, листья матовые, протираемые, они все равно матовые, как навести блеск. Чем вы меньше их трогаете, поверьте, тем они лучше выглядят. Вот стоят, допустим, даже запылились орхидеи, под душем промыли, полили и все. И не надо их шоркать, потому что вы когда шоркаете, особенно вот самый последний молодой листочек, допустим, у вас. Если шоркать, то вы сшаркиваете верхний вот это вот, у них же защита своеобразная. Шоркали. Все, и он никогда больше не будет блестящим. Потом придется, да, чем-то протирать, специальными спреями какими-то покупать, чтобы ему навести лоск. Но природного у него уже защитного слоя не будет. Вот. Ничем не протертый. Вот смотрите, он прям зеркальный. Ничем не протертый. От природы такое и есть. Если бы я его начала шоркать даже мягкой какой-то тряпочкой каждый день, вот это бы все стерлось. Во-первых, это, ну, больной бы уже лист получился. Хочу, короче, сказать, не шоркайте листья. Чем меньше вы их касаетесь, тем лучше. Еще раз покажу вам орхидейки свои. Новый лист вот тоже. Совсем недавно и быстро прям начал расти. Это вот в той орхидее, где грибы растут. Тоже говорят, что это вредно, что это нужно все пересаживать, быстро удалять все это. Нет, не надо этого делать. Видите? Состояние орхидеи прекрасное, листья толстенные, очень толстые листья у нее, здоровые, блестящие. Не трогаю я эти грибы, вот как, кстати, единственная орхидея, в которой они растут, в других нет. Наверное, с корой просто попались споры грибов и растут там. Такой симбиоз получился. Вот они. Это тоже у меня гигант растет. Ну вот думала, зацветет. Это Амадеус. Ну как-то не хочет. Растит корни мощные прям. Но цвести не хочет. Это тоже
Корнище, вон, смотрите, какие корни. Обалденные корни. И снаружи, и внутри, везде корни. Тоже иногда смотрю, говорят, что если корни вылазят наружу, значит, внутри что-то некомфортно орхидеи. Как вы считаете, комфортно или нет? Все в корнях, все, все в молодых, здоровых корнях. Значит, ей комфортно. Просто ей нужно так. Все орхидеи растут по-разному. Какая-то орхидея хочет вот так наружу выпускать корни, какая-то не хочет. Вот это у меня тоже вот первый год не выпускала, а сейчас вот один. И вот тут второй корень. Но он пошел сначала вверх, а потом взял и развернулся вниз. Вон он, видите, вниз начал туда прорастать. Вот это, например, вверх корни не пускает. Вот это один корешок вверх пустила, я его завернула, теперь он вниз будет расти. Вот у этой просто по земле корни стелятся. Это тоже наверх детка не выпускает. Вот такой вот обзор на сегодня получился. На август. За 2 месяца вот такая получается развивается ветка большая, цветонос. Может быть, зимой это было бы дольше, а летом 2 месяцев достаточно для развития цветоноса. Все, всем до свидания, до новых встреч. Надолго не будем прощаться. Скоро увидимся. Пока-пока.